пригласили сюда? Да. И почему? Прислали пригласительный билет. Наверное, как компьютер, наверное, выбирает. А вы постоянный клиент Максима? Да, я постоянный клиент, да. Я рядом живу, постоянный клиент. И что вам нравится? Очень нравится, нравится все нравится, мне нравится, девочки хорошие. Угу. Да, все, товар всегда свежий, хороший. Угу. Значит, вы в соседнем старом магазине часто бывали, да? Да. А по сравнению с ним? Намного больше магазин, конечно. Больше, наверное, выбора здесь есть. Пока еще не совсем... Не распробовали? Да, определились, да. Время будет. Походить, посмотреть еще. Благословение будет присутствовать на этом месте, а также будет хорошо идти торговля только в том случае, если вы не будете обижать своих сотрудников. И будете относиться к ним весьма и весьма любезно, а также ни в коем случае не удерживать заработный план. Скажите, пожалуйста, что особенного в этом магазине, чем он отличается от других магазинов «Максима» в Нарве? Ну, конечно, в первую очередь, мы ближе дома, такой маленький домашний магазин «Максима X», открыли последний нас Нарве где-то 8 лет назад. И у нас здесь в магазине 10, 9 и 8 лет вот работали. Так, в Нарве еще вот новой концепции «Максима» магазина, ну, еще покупатели не видели. Так, если вы заметите, здесь другое оборудование, другой мебель, другие цвета, уже оформление вообще в магазине. И еще отличается, конечно, от этого, что здесь выбор товара, этот магазин очень широкий, почти 11 тысяч разных SKU. Угу. А рядом располагается маленький магазин «Максима» тоже, и старый 1X. Он закрывается и... Он вчера уже был последний рабочий день. Тогда, конечно, уже теперь всех покупателей сюда как-то пригласили. Угу. А люди, которые там работали, они тоже сюда перешли? Да, весь коллектив сюда перенеслось. И здесь коллектив больше, чем... Здесь коллектив больше. От старого магазина пришла сюда работать 28 человек, а здесь сейчас тотально 37. Так, все остальные уже набирают.